Всем привет! На голове у меня черти что. Но так, в общем-то, на курорте особо и не расчесываются. Вот сзади нас опять пальмы. И мы приехали, это не дежавю. Мы приехали опять на океан. Опять на 4 дня, к сожалению. Вот ветер, челка все время. Короче говоря, опять нам прислали эту акцию $50 за ночь. Мы опять не выдержали. 16 часов мы вчера были в пути. Или даже 17. Ради этого дела. Ну, приехали. Обнаружили, что у Лизы нет шлепок. Идем сейчас в магазин за шлепками. Вот. И пойдем на океан. Хотя погода, честно сказать, не совсем уж жарко. Вот, ну тепло, днем жарко, зимой не, летом жарко, зимой говорю. Днем тепло, ночью где-то 16 градусов, прохладненько. Вот, ну мы сейчас пойдем позагораем, океан теплый, бассейны теплые, есть эти джакузи горячие. Сейчас мы зайдем в магазинчик, купим шлепки и пойдем на пляж. Ради этого мы сюда и приехали. Вот мы сейчас в этом сувенирном магазине. Вот тут шлепки, одежды, магнитики смотрю. Какие-то такие интересные. Да. Крокодилы. А? Иди с ними поживодерну. Кто? Эти крабы. Вон, в ракушках куда сидят. Крабы живые. А это живые? Я думаю... А что, они должны в воде быть? Они без воды не умрут? А может, они... А таракан какой? А может, они дохлые? Или кто это? А, она таракан уже. Фу, какая она гадость. Хочется что-то взять домой такое. Это для зубочисток, держалка. Смотри, день, для зубочисток штука такая. Идемте за трубками. Ну мы сувенирчики тоже будем покупать. А, это солечницы. Солянка и перечница. Ай, вот прикольные солянки, перечницы. Да? Ай, вот, смотри. Ну, это так неинтеллигентно, да? Жень, тебе есть кармашек там маленький? У меня сильно. А, давай сюда. От пирата. Вот везде Myrtle Beach. Это место, где мы сейчас находимся. Ну, окей. Купальники. Нам нужны шлепки для Лиски. Вон полотенца разные, Hello Kitty. Какие-то такие простенькие. $9. $9 стоит. Ну давай мы это возьмем для этого сезона и все. И выкинем там. Они, наверное, не 4 дня проживут. Это дорого, $9. Ну, я рассчитываю доллара на 4. Ну, вот 8. Вот 8 тоже. Какие-то вообще тряпичные. Вот такие не очень люблю пластмассовые. Не знаю, удобные они или нет. Мне почему-то кажется, что они неудобные. Да, нам нужны вот такие обычные на море, в бассейн ходить. Вот можно прям с символикой Myrtle Beach купить. А вот смотрите, рыбак здесь имеется. Пошел. Вот он установил тут две удочки на специальных каких-то подставках. Ну что-то снял одну и побежал. Вон Лиза наша скачет. Он закидывает, а потом он это. А, он закидывает, возвращается, ага. А ну смотрим. Оп. Да что близко он забросил. Он такие волны, они сейчас его, да. В общем, рыбалка океанская, с берега. А людей очень много, больше, чем летом.
Ну все, правда, гуляют, видишь, не сидят. Ну смотри вдоль берега сколько. Очень много. Вот сейчас погода такая, что можно уже лежать и гулять. Вот, а мы взяли зонтик, но мы, наверное, его устанавливать не будем. Будем загорать. Купаться немножко. Ну вот, если вы помните, если вы видели видео наше с мая, какого цвета был океан, был лазурный, ярко такой голубой, цвета морской волны. Вот, то сейчас он серо какой-то, коричнево-зеленый, да? Непонятный. Ну, в общем, так. В прошлый раз мы снимали влоги ежедневные, в этот раз я этого делать не буду, просто буду снимать, если что-то интересное, может, какие-нибудь болталочки. А так я не буду ежедневное снимать, потому что и так все понятно, и так все уже знаете и видели. А, да, нас поселили в этот раз в другом отеле, то есть мы рассчитывали на то, что через дорогу, вот он стоит, здание, через дорогу отсюда. Но нас сказали, что нас апгрейдили, и мы находимся вот в этом здании. Но только не с фронт, не с переднего вида, а вот с бокового. Но нам прекрасно все видно. Тоже на верхнем этаже океан классно виден. И вот мы спускаемся вниз, и сразу, получается, вот тут вот выход у нас. Сразу на пляж. Ну все, сейчас разложимся. Полежим, позагораем. Лиска он уже сидит. Сейчас к Лиске можно присоединиться. Так сидеть хорошо. Не жарко и волны не сильно мешают. Вот, смотрите, пожилые люди, чтобы не нагинаться, вот такими ходят ситечками на ручки. И мы так предполагаем, что это самодельные. Хотя, может, они такие уже и покупали, но похоже, что к клюшке для гольфа или какой-то такой палки они прицепили. А мужчина вот этот, у него еще на веревочке висит баночка с лекарствами. Видно, с таблетками. Может, какая-то у него заболевание, что нужно срочно таблетку пить, если что-то. Так вот пожилые люди здесь ходят. Не сидят дома, а ходят активно, что-то делают. Ездят на курорты. И гуляют, и гуляют, и гуляют. Вот у него баночка с таблетками. Мячик. Кого-то мячик убежал. А вот в красных шортах мужик с большим ситом тоже что-то там просеивает. Хочет найти сокровище. Может, он не очки найдет, которые я в мае потеряла? Да, они тебя ждут. Такие классные у меня очки были, белые, это волной прошли. Смыло. Прошли. Камера, не знаю, если будет меня слышно. Я не купаюсь в такие волны. Но вот я зайду по колено и покажу просто, как бушует океан, потому что издалека не видно. Здесь ноги прям закручивает аж вот так. Водоворотом. Вон там вот, ух, как волны красиво разлетаются. Вот одна за другой. Сами понимаете, что плавать здесь невозможно. Так постоять еще. Боком красиво они смотрятся. Вон волна за волной. Красиво, но штормит.
теплая, но купаться, конечно, лучше этого не делать. Знаю, если что-то будет видно, поэтому я ничего не вижу, снимая на солнце. Да, они так и выкладывают. Ну вот я там заприметила птиц. Вот черт, ничего не вижу. Похоже, что это пеликаны такие огромные. На волнах качаются. Надеюсь, что видно. Огромные. Солнышко вышло, совсем по-другому выглядит океан. Вон они какие большие. Видно, они охотятся. Красавцы. Все, вот жалко, улетели, близко не подлетели к нам. Значит, я в прошлый раз уже показывала отель, номера абсолютно все одинаковые, только в этот раз у нас в зеркальном отображении номер. Но я кухню показывала, не показывала подробно ее. Здесь на кухне, мы еще когда первый раз сюда ехали, думали, шумит, и картошка жарится, трещит. Думали, что посуду нужно с собой брать, даже взяли немного одноразовый, какую-то кастрюльку с собой захватили. Но здесь все есть. Вот есть кофеварка. Микроволновка, холодильник большой. Потом тарелки разные. Большие мисочки, чашечки, стаканчики, блюда, кто будет закатывать торжественные обеды. Вытяжка, тостер есть. Есть чайник. В общем, абсолютно все. Повар есть. Повар даже личный. Тут имеется. И там миска большая и, в общем, для компота графин. Все есть. Вилки, ложки вот здесь, полотенечки есть. И что хотела сказать? Вот эти вот есть штуки для льда. В общем, все есть. Это все наше. Это стаканчики выдают. Выдают даже посудомоечные маленькие бутылочки для посуды. Вот. И тут вон мисочки. Тут темно, не видно. Короче говоря, не мисочки, как они называются. Кастрюльки, кастрюльки. Салфетки меняют здесь. Плита большая. Полотенца меняют, да? И кофе приносят. Вот. Декеф и обычный. Вот, это то, что касается кухни. А, и стол вот этот есть, который раскладывается с двух сторон еще. Чтобы он был шире. Стулья, ну это все понятно. Кресло. Дети с нашим. Дети не прилагались. Еще сейчас покажу вид с балкона быренько. Потому что мы сейчас на другом месте находимся. Вот. Значит, вот мы жили в том здании, из которого я снимала в прошлый раз. Вот это вот маленькое здание. Солнце светит с этой стороны. Мы жили в нем, оно вот через дорогу. А сейчас, вот это единственное, что мне не нравится, здесь вот эта крыша, вот у этого здания. Хорошо, что мы всегда просим верхний этаж. Если бы мы не просили, нас где-то поселили бы посередине, мы смотрели в окна в чужие. Но так как мы на верхнем этаже, нам это особо не мешает. И вот у нас вот такой вид океана здесь. Шум воды, запах, все это присутствует. Вот бассейны наши внизу. Ну, короче говоря, за ту же цену, что и вот у здания, нам сказали, что апгрейдили нам наш запрос. Мы просили только верхний этаж, потому что мы знали, что нас здесь не поселят по дискаунту, нас поселят в том здании. Но вот нас в этот раз поселили здесь. Сейчас уже будет закат. Вон, на море уже только одна полоска света, и там ветрено, уже прохладно так. Ну, купаются еще.
Вода теплая, вот только ветер и волны сегодня еще очень большие. Они и так здесь всегда большие, а сегодня особенно. Вот, и вот такой у нас вид. Так мы уже смотрим здание, но так нужно, в общем, короче, нужно в бок смотреть. В этот бок посмотришь симпатично, а в этот бок посмотришь вообще красота. И так вот вроде смотришь на океан, абсолютно нет волн, так впереди гладь. А к берегу подходишь, на ногах устоять невозможно. А дальше не волнится, хороший. Еще надо выплывать туда и там плавать. Вот так вот, чтобы мы от них не убежали, они нам теперь присылают предложение и селят нас в хорошем здании. Хотя нам и там нравилось тоже. Но мы не против. Нам предложили, мы не отказались. Окей, пошла я. Оп.